have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами в Бихолдере, вот у нас наш парень с модным галстучком в горох, не знаю, все-таки мне хочется продолжать называть его Карл, хотя он вообще ни разу не Карл. Можно я... Тут нельзя передвигаться мышкой, блин, это жаль. Я что-то как-то... Ну... первым, что ли, привык, что, ну, такая же концепция, и дом, и все, и можно передвигаться с помощью мышки. Тут немного гибридное управление сделали. Так, белый флаг. Флаг из белой ткани. Шкафчик для флагов. Флаг из белой ткани. А, это... Так. Флаг министерства. Современный флаг министерства. Голубой флаг, синий флаг, черный флаг. А мне не надо. Зачем я его взял? Погоди. Вот. Инвентарь Фрэнка. Вот, нас зовут Фрэнк. Я говорю, мне постоянно хочется называть его Карл, но он Фрэнк. Ладно, надо... надо запомнить. Так, тут у нас фикус. Фигус. Ничего нет. Давайте посмотрим, что мы... О! Ну, один... Не могу, ничего нет, что ли? Зачем мне тогда показывать действия? Между прочим, 62 часа у меня осталось, чтобы создать эти... Ладно, мне нужно сделать себе подарок на годовщину. Крысу поймать за стиралкой. Да, надо пойти туда. А я могу прямо отсюда? Могу. А что не так? Ладно. Так, хорошо. Новую трубу и это подарок на годовщину. Пойдем посмотрим. Я хотел бы купить что-нибудь. Как ваши дела? Добрый день. Вечер. Что вы хотели? Я просто хотел спросить, как ваши дела? Вот как. Хорошо. Тут всегда так оживленно. Ничего бы. У меня водится горючий, если вы понимаете, о чем я. Это привлекает клиентов. Я так понимаю, мы сейчас про спиртные напитки. Который тоже зло, если что, ребят. Горючее? Хотите сказать, вы продаете алкоголь? Ну да, естественно, это же не запрещено. А, да, извините, понял. Давно тут... Вот, инциденты случались? А у вас тут не случались инциденты, с которыми вам приходилось бы разбираться? Инциденты? Что вы имеете в виду? Кражи, драки, что-то в этом роде. А, вот в общем. Вот такое постоянно. Просто кто-то слишком много пьет. Но я стараюсь не встревать. А, вот как. Ну, разве что вас не... Ну, раз это вас не беспокоит. Хорошо, хотел бы купить. Что я мог бы купить? Гамбургер. Великий вождь. Биг Мак, блин. Так, трубу можно тупо купить. Пример того, что национальная кухня ничем не уступает заграничной и заслуживает внимания. Котлеты, пожаренные у дяди Вани, да? Очень актуально. Ладно, хорошо. Рукопись. Похоже, какой-то роман. Газета, очки. Алкоголь. Носочки отличных. Я бы не сказал, что они отличные. Кстати, время идет, пока я здесь или нет. Трубу я могу купить за 125, если что, прямо сейчас. Позволяет вставать на работу вовремя, необходимо для выживания в джунглях министерства. Возможно, мне это пригодится. Средство от накипи. Топочным. Блин, серьезно, мне их покупать. Ах вы уроды, мне их покупать придется. Я думаю, что они тут постоянно будут. Так, хорошо, пока ничего. Бежим, смотрим, нужно ли нам это прямо сейчас. Если нет, я просто, может... Здрасте, только что же ничего не было. Так, по сообщению Министерства, враждебные зарубежные страны блокируют закупку пенициллина отделом внутренней безопасности. Препарат требуется для лечения отдельных случаев пневмонии у населения. Отдельных случаев. То есть у вас... Ни в коем случае не эпидемия, да?
Подрывные элементы в нашем обществе предпринимают отвратительные попытки снизить мораль в стране. Недавно пошли слухи, что в стране свирепствует пневмония. Сопротивление даже не чурается, заявляя, что образовался дефицит пенициллина. Великий вождь утверждает, все в порядке, будьте спокойны, эти заявления ложь. Погодите, ну то есть да, тут пневмония свирепствует, тут говорят, что отдельные случаи. Враждебные зарубежные страны блокируют закупку пенициллина. Ну так, ребят, импортозамещение вам в руки, вперед. Чё ж вы, великая страна, давайте. Пневмония бушует, пенициллина нет. Это у нас получается экстрас. Ну это типа уже от бунтующих рассылочка. В стране эпидемия, отдел внутренней безопасности пытается отскрыть. Это уже не единичный случай заболевания, как заявляют в правительстве, а полномасштабная пандемия. При этом министерство не закупило достаточно пенициллина для эффективного лечения больных. Властям наплевать на жизни граждан. Поднимайся, народ. В отличие от реальности, в игре я верю, что народ подымется. Хорошо. Мы получили. Давайте, наверное... Ладно, сейчас я быренько сюда сбегаю. Во-первых, крысу поймать... Крыса. Умный, общительный, ласковый зверек. Однако у многих людей есть предубеждение против них. Забираем предметы. Вы получили предмет. Предметы можно украсть, купить, продать или подарить. Это мы знаем. Спасибо. Предметы могут содержать информацию о владельце. Известно. Понял. Предметы можно вернуть или разместить в мебели. Тоже понял. А красные имеется в виду, это запрещенные или с информацией? Что за красная рамочка? Интересно. Ну что ж, тогда крысу мы нашли. Что тут я могу еще сделать? Еще поискать? Нет. Я понял. Значит, мне реально придется... Ну, F... пусто. Странно, ладно. Значит, мне реально придется покупать это все. Интересное кино. Ну, давайте я пока куплю. Конечно, потрачу на эту сотку. Мне это чрезвычайно жаль делать. Я хотел бы купить. Так, ладно. Значит... Масло купить, это купить. Что мне остается? 210. Давайте я еще и трубу куплю. Пофиг. Может быть, о трубе можно было поговорить с кем-нибудь из жильцов. Я знаю, что я очень поспешно сейчас сделал это решение, но... вы можете мне помочь? Что такое? Ида забрала мой костюм полицейского. Вы можете сказать, чтобы она его отдала? Если сестра тебя обижает, расскажи об этом маме. Мама говорит оставить ее в покое. Понимаю, не так забот по горлу. Да, но она так и сказала. Но вы говорили, что помогаете жильцам. Я тоже тут живой, мне очень нужен мой костюм. А зачем он тебе? Играть во врагов государства и полицию. Чувак, ты там пневмония, ты кашляешь, и вообще вещи не очень, ты понимаешь, да? Хорошая игра, но мне других дел полно. Пожалуйста, дядя Шварц, пожалуйста, пожалуйста. Не нравится мне твой кашель, Альфред. Да, кстати, стань на два шага подальше от меня, пожалуйста, Альфред. Ну ладно, первый и последний раз я поговорю с Идой. Спасибо, дядя Шварц. Не за что, Альфред. Только никому не рассказывай, ладно? Не хочу, чтобы меня потом вытягивали в каждую минус 40, договорились? Это будет наш секрет, дядя Шварц. Так, дружище, ну что такое? Ничего такого. Враг государства. И полицейский костюм Альфреда Векерта. Чуть ли не Вескера, ну ладно. Так, ладно, давайте, мы сильно распыляемся, давайте попробуем составить характеристики на жильцов. Досье. Кстати, я могу сдать новые квартиры, хорошо. Отправить. На тебя
Оп-оп. Отправить. Да, тут гораздо упростили эту штуку в, ну, в отношении первой части. Там надо было говорить, какую директиву, кто нарушил, по какого числа. Если что, тебя штрафовали за то, что ты что-то неправильно там это. Вот. А здесь... Мало ни в чем не виноват. А, грустная. Все, да, знакомство с жильцами завершено. Здесь же просто на кнопочке тычешь, и все нормально. С другой стороны... О, мне денег, кстати, дали. Новый счет. Где там... Не, погоди. Так, так. Вот так, а. А почему... А почему два? Твари. Где мне купить новые камеры? Так. Пацан, труба. Труба зовет. Насчет новой трубы. Хочешь, говорил, что хочешь новую трубу. Ой, неужели ты меня достал? Дорогой Александр, вот тебе новая труба. Ух ты, пап, ты лучше всех, спасибо, большущий. Нет, что, сынок, занимайся на ней почаще, чтобы играть красиво. А еще не разговаривай с пацаном со второго этажа, он кашляет. Обязательно, как здорово. Сдали. Дайте денег. Дайте денег, я квест сделал. Да, вот, это сестра его. Здрасте, дядя Шварц. Ну что, новенького? Как ты? Как дела в школе? Нормально, мы сегодня вырезали силуэт великого вождя из картона. Лучше бы зарезали великого вождя картоном, было бы лучше. Как интересно, как хорошо и как хорошо получилось. Учительница меня поругала, сказала, что я сделала вождя слишком большие уши вождю. Но мама сказала, что я молодец. Твоей маме надо быть осторожнее. Что, почему? Неважно, забудь. А насчет полицейского костюма. Твой брат не может найти свой костюм полицейского и говорит, что это ты его забрал. Это правда? Да, вам какая разница? Этот костюм ему очень дорог. Верни его, пожалуйста. Нет. Зачем ты вообще его забрала? Потому что я не хочу видеть его в этой сраной форме. Девочка что-то соображает. Фу, как не стыдно, Ида. Ты же говоришь об униформе нашей доблестной полиции. Вот именно, видеть не могу эту грёбаную форму, а не моего папу. Что-что, что ты хотел сказать? Что случилось с папой? Ну, видимо, его арестовали. Ничего, вам показалось. Папы тут нет, и формы тоже. Я ее выкинула. Выкинула? Где она? Где-то в доме? Может, ты в доме, если никто еще. В общем, я... Ему эти дурацкие тряпки не отдам, пусть во что-нибудь другое играет. Разве можно так обращаться с бедным больным братиком? Ну ладно, я поищу сам. Да, пожалуйста, мне все равно. Возможно, в мусорке, кстати. Блин, телефон. Давай-ка поговорим. Шварц! Шварц, у нас есть для тебя неофициальное задание. Неофициальное? И какое же? В стране сейчас дефицит пенициллина. Да, я читал об этом. Контрабандисты крадут его со складов. Верно. Эти преступники заграничные шпионы. Задача которых не нанести вред нашей великой нации. Ну, конечно, вот негодяй. Мы подозреваем, что один из жильцов твоего дома торгует на черном рынке. Во имя Магнус Херман сообщает, что он специализируется на торговле пенициллином и другими лекарствами. Крадет его у людей, которые отчаянно в нем нуждаются. Какой ужас, что я должен сделать? О, блин, это мой голос был, ладно. Собери доказательства виновности Хермана, Шварц. Это должно быть нетрудно. Так, нам нужно, значит... Можно проникать... Можно... Для этого нажмите на дверь, на значок... Обратите внимание, что обитатели квартиры могут быть дома. Если вас поймают, Фрэнка выгонят из квартиры и выставят счет. Счет! Вы добавили за это штрафы? Нет! Внимание, жильцы сразу услышат Фрэнка, если он будет бегать по их дому среди ночи. Это понятно. А у нас сейчас 18:15, я понял. О, куст!
погоди, а что ты хочешь? Фрэнк, тебе надо поговорить с кем? Почему? Тебя все еще беспокоит ее поведение? Именно, что-то должно измениться. Ей нужно меньше выделяться, а то это одежда, эти железки на лице, это прическа. Если она продолжит в том же духе, то дело закончится арестом. Я как раз и подумал, что она выглядит очень либерально. Она себе всю жизнь испортит, и нам заодно. Вот тебя вот это больше интересует, да, про нам? Судя по твоему красному галстучку. А она еще подросток. Сабина, солнце, по-моему, ты к ней слишком строга. Она еще подросток и только ищет свой путь. Может, ей кажется, что ты ее отвергаешь? Теперь в поведении Ким еще и я виновата. Но ты мне, в принципе, не нравишься. Нет, дорогая, все это сложно. Ким упряма, вся в тебя. А, как ты, ты так думаешь? У меня самые были сложные отношения с матерью. Может, ты и правда чересчур строга. Но ты лучше все равно с ней поговори насчет ее стиля. С радостью, солнце. Где наша дочь, если на улице, блин, 6:30? Где? И где мне куп... А, вот она, кстати. Где мне купить еще камеры? Стой, держи крысу. Я тут собиралась почилить. У тебя что-то срочное? На, крысу. Итак, мы говорили о том, что ты хочешь завести крысу. Дэдди, я только не говори, что я купил. Ким, солнце, познакомься с новым питомцем. Поверить не могу, Дэдди, ты правда достал мне крысенка. Как круто. Я по-прежнему не понимаю, что ты нашла в этих созданиях. Какой у нее носик, какие лапки. Неужели ты не видишь, какой он милый, Дэдди? Что ж, я рад, что тебе нравится, Ким. Спасибо, Дэдди, ты классный. Тише, тише, только матери не рассказывай, что я подарил тебе животное. Не волнуйся, папуль, этот крысенок будет нашей тайной. А как вы собрались держать питомца в доме в тайне? Так, ладно, барыга, побеседовать вот... Это не с тобой, да? Шварц, старикан, как дела? Как поживаете? Госпожа, не смеши мои тапочки. Все норм. Вы же отец Ким, да? Кстати, стиль панков. Кстати, да. Да, что? Мы с Ким сдружились. Она о вас высокого мнения, так что я вас тоже уважаю. Спасибо. Блин, я так и не поговорил с дочкой про это. Так, поговорить с Ким? Блин, все-таки мне нужно с ней поговорить, да? Иди сюда. Что-то срочно так больше не может продолжаться. Вам двоим нужно наладить отношения. Ну, с матерью, видимо. Ну, Дэдди. Ким, пожалуйста, выслушай меня. Долго ты еще будешь не разговаривать с мамой? Раз ты не можешь пойти на компромисс. С мамой компромисс невозможен, Дэдди. Есть только два мнения. Сабины Шварц и неправильная. Я же говорю, что эта женщина мне сразу не понравилась. Она меня ненавидит. Ненавидит все мои особенности. В каком смысле? Что ты имеешь в виду, Ким? Ты же классная. Знаешь, Дэдди, я... Да? Ты что? Мне нужно тебе кое о чем признать. Погоди, ты же не хочешь мне сказать, что ты вон с той девушкой, вот вы это, вот это, да? Я слушаю. Ты можешь сказать мне все, что угодно, Ким, я слушаю. Хорошо, Дэдди, только матери не рассказывай, она кукухой двинется. Она стоит сзади тебя, если что. Милая, этого обещать не могу. Если это касается семьи, Сабина тоже должна знать. Я не понимаю, как ты можешь ей так доверять, Дэдди. Ей безразлично все, кроме Алекса и карьеры. Ну, типа, младшего больше любит, ну, возможно. А это одинаковые варианты. Много работы. Цени свою работу. Что в этом плохого? Она меня заложит два счета, если будет ей выгодно. Как бы да, она такая. Что, Ким, она просто пытается вывести нас из затруднительного положения. Поэтому сейчас ей нужно тщательно поддерживать свою репутацию и нашу. Я знаю. А для этого надо всех построить и покрасить. Что ты хотела сказать? Вот. Ты в чем хотел признаться? У меня подошва оторвалась. Это не то, что ты хотела сказать.
Я практически уверен, что она мутит с той девчонкой с ирокезом. Куда та? В новых туфлях. Стык, я должен скрыть это от твоей матери? Как же ты плохо о ней думаешь? Может быть. Моя... У меня... Ну... Что ты хотел? Насчет ваших с Ким ссор, насчет подарка на годовщину. А что насчет подарка, кстати? Солнце, насчет подарка на годовщину. Ой, неужели достал? Чего бы тебе хотелось? Да, представим, что я еще ничего не купил, чтобы тебя особенно порадовать. Что бы тебя особенно порадовало? Так и не вспомнил. Я и не забывал. Просто хочу убедиться, что ты не передумала. Что-нибудь, что напомнит о былой романтике, о самых первых наших месяцах вместе. Мы знаем, что раньше они жили в коммуналке, в какой-то... Что еще мы знаем? Ладно. Раз уж мы опять живем в квартире для студентов, будет как раз кстати. Ну, да. Понятно, я сейчас. Что сейчас? Где сейчас? Ладно. Насчет семейного бюджета. А что? О, денег на хозяйство? Вот, держи, спасибо. А, прям вот так? Ладно, ссоры с Ким. Я поговорил с Ким. Что она сказала? Ким исправится. Кажется, мне удалось до нее достучаться. Она хочет измениться. Хочет измениться? Думаю, она начнет больше к тебе прислушиваться. Уже что-то. Эти дурацкие железки она из кожи вытащит? Я с ней это не обсуждал, Сабина. Ничего, Фрэнк, в следующий раз получится. Просто не теряй упорство. Но он и так идет тебе навстречу, кстати, да. Неужели ты не можешь наконец принять это, какая она есть? Там найдет ли Ким себе место в обществе? Если ответ нет, виноват в этом будем мы, ты и я. Как бы, может, общество тоже не идеально? Я бы с удовольствием побыла доброй мамочкой. Ну, не могу, потому что ты увиливаешь от всех отцовских обязанностей. Фига себе заява. Ну что ты молчишь, Фрэнк? Ты что, хочешь, чтобы наша дочь попала в тюрьму? Не попадет. Не говори так, ее не посадят. Еще как посадят, если ты так и будешь уклоняться от любых серьезных решений, Фрэнк. Блин, по-моему, она реально может ее тупо сдать, если вдруг дочка пойдет ей наперекор. Провалено? А чего я должен был добиться? Задание провалено. Сделать себе не подарок на годовщину. Это, кстати, не бессрочно. Найти полицейский... Так, стоп. Найти полицейский костюм. Я думаю, что... Да, вот осмотреть мусорник. Побеседовать с Магнусом Херманом. Обыскать квартиру Хермана. Установить камеру в квартире Хермана. Где я возьму камеру? Я пока не особо... Погодите, в цветке, да? Дайте мне камеру. Фиг. О, тут... Нет, тут есть очки уважения, кстати. 280. Набрать номер. Положить трубку. Магнус Херман, что такое? Позвольте спросить. Я бы хотел хоть спросить, если можно. Ну, если это необходимо. Как квартира? Конечно, а что может быть не в порядке? Раковина. Вода из крана течет, иногда даже чистая. У вас там пепси-кола, да? Рад это слышать. Горячая вода в душе. Иногда горячая, иногда холодная. Все как у людей. Ясно, это хорошо. А остальным как? Батарея, окна? Хотите, зайду, проверю. Нет, все в порядке. Вам не зачем совать свой нос в мое жилье. Закончить разговор. Где он у нас живет, если что?
Блин, а что за лаги-то такие дикие? Он у нас во второй квартире живет. Погодите, я мог это узнать каким образом? Блин, директивы. Плачущий очищает душу и расслабляет. По этой причине великий вождь позволяет плакать. Что? А, у нас есть директивы, просто это надо почитать. Наркотики вызывают привыкание и снижают продуктивность, поэтому они запрещены. Блин, еще и объясняют, почему. Счетов нет. Враг государства и полиция. Забота о семье. Стой, стой, стой. Блин, вот это вот управление. Нет, выйди. Значит, первое, обработать стиралку. Второе, заправить, смазать, не знаю, что с ним сделать. Третье, забрать мусор. Гнилые остатки еды. Так, а это гнилые остатки еды. Изрядно испорчены. Здесь что-то шевелится? Здесь что-то шевелится? Погоди, мусорный бак. Побеседовать с Магнусом. Магнус, Магнус. Просто проверить. Я же не могу мусор продать. О, погодите. Тебе бы купить что-нибудь. Я могу продать мусор за ноль. Так, вот эти штуки, но они тут, видимо, продаются всегда. Конфеты, бургер, пиво, будильник, инструменты. У тебя что? Интересно, что вы можете предложить? У вас много товаров, которые официально не разрешены к продаже. Ну, это разве ж много. А вы не боитесь, что кто-нибудь из покупателей вас сдаст? Не станут. Они все рады, что я есть. Где иначе доставь вкусную шоколадку для жены или шелковый чулок? Кстати. Где взять резиновых утят, чтобы детишкам в ванной играть? Резиновые утят запрещены, это я помню. Кто же пойдет против человека, который приносит в жизнь капельку солнца? Наш мир и без того мрачное место. Пожалуй, вы правы. Вас ни разу не арестовывали? Я вас что, да. В этом мире нужно уметь быстро исчезать. Я очень осторожен, так что появляюсь только в определенное время. В основном под покровом ночи надо будет посмотреть. Реально, значит, по-моему, сколько? 8 часов вечера, 9. Полицейский к этому времени уже заканчивается рабочий день. Понимаю, наверное. А что продаете? Дружище. То, что мне надо. А это паспорт, дающий право на выезд. Че, прям вот так? Нож остро заточен и опасен. Справедливо запрещен. Иностранные деньги. Какой-нибудь там Северной Бореи, да? Джинсы, которые развращают молодежь и тоже запрещены. Красные яблоки, это мы знаем. Сахар. Эх, сахар, сахар. Дефицит нынче, да? Сахаром. Вот его запрещенный товар, вот его и продают. Борейский виски. Ужасный пойло, напиток для бедняков. Некоторые люди связывают его с романтическими чувствами. Должен быть под запретом, но не под запретом. Газировка. То есть, видите, белое название значит разрешенный, красное название значит контрабанда. Гербицид помогает от любых сорняков. Хо. Интересно. Так, камеру. Блин, они по 150, вы офигели. Ну, я возьму две. Need something. Ачивочка вылезла. Или. Блин, я возьму три. Я знаю, что я об этом пожалею. Так, шоколад стоит 600. Сладкий и вкусный шоколад. Его любят. Наша славная родина не имеет выходов к морю, поэтому употребление рыбы запрещено. Не поспоришь. У него тупо можно купить паспорт. Работа
романтические чувства, Борейский виски. Я предположу, что вот это нужно купить для нашей супруги. Типа, бедняки, студенты, романтические чувства. Ну, вы понимаете, да, куда все это... уже 7.20. Погодите, а как уже утро? Иди сюда. Что ты хотел? Насчет семейного бюджета? Насчет подарка на годовщину? Да, солнце, насчет подарка на годовщину. О, неужели достал? Конечно. Достал. Как ты могла в ней сомневаться? И что же ты мне подаришь? Борийский виски. Я не пожалел усилий. Достал бутылку настоящего борийского виски. С годовщины, дорогая. У меня нет слов. В хорошем смысле или в плохом? Поверить не могу, что ты вспомнил. Да, я угадал. Ну, это был намек про романтические отношения. Мы пили его вместе, когда были молоды и влюблены, и не могли себе позволить ничего лучше. Спасибо, Фрэнк, это прекрасный подарок. Не за что, Сабина. Да, задача завершена. Блин, что мне дают? Я 100 баксов получил. Хотел сказать, что мне за это дают, но мне все-таки за это что-то дают. Блин, я его тупо купил, если что. Ладно. Дружище, что тут у тебя? Ну-ка. Опять вы, что вам надо? Закончить разговор. Мне его просто обыскать надо. Мне его надо просто обыскать. О, погоди, стой. Добрый день, господин Шварц. А что вот это? Почему оно с точкой? Как Альфред себя чувствует? Нет, это ужасно. У Альфреда пневмония, но я это подозревал. На аптеке кончились пенициллины, Альфред может погибнуть. Я не знаю, что мне делать. А что думает ваш муж, кстати? О, нет, что? Ну, он же вернулся? Муж? О, Клаус, он еще в отъезде, он вряд ли скоро вернется. Хотите, я с ним свяжусь, отправлю сообщение или позвоню? Нет, спасибо, господин Шварц, не нужно. Если вы уж хотите нам помочь, достаньте пенициллина для Альфреда, ему с каждым днем все хуже. Это будет непросто, но я поспрашиваю. Как Ида? Как поживает ваша дочь Ида, госпожа Векерт? О, Ида такая умница, во всем мне помогает, хотя еще совсем маленькая. Что у вас нового? У вас все в порядке? Потихоньку, помаленьку. Вы по мужу не скучаете? Еще ни разу не видел. А, да, командировка несколько затянулась. Ну, что, детки со мной. Грех жаловаться. Угу. Задача лекарства. Мне нужно, чтобы вот этот вот перец... Блин, а фиг ли ты спишь днем? Нет! No. Не припомню, чтобы я вас приглашал. Так ты спал только что, тварь, ты чё? Увел нас под... так что выметайтесь. О, он свалил. Так, чувак. С ним все равно придется поговорить, но я бы сначала предпочел установить камеры. Режим наблюдения. Да, я в принципе знаю. Вы можете получить четкий обзор всех участных режимов наблюдения. Здесь вы можете... Да, это я тоже знаю. Это нам говорили. Про это нам тоже говорили. Мы же устанавливаем камеры. Я не понимаю, почему туториал идет по кругу. Блин, а прикиньте, у него будет 4 спота для камеры. Нет, у него 3. Кастрюля, которая мне не нужна. Получена информация, пиво. Будем знать, что оно у него есть, но забирать не будем.
там шкаф. Пустой флакон с пенициллином. Шкаф пусто. Блин, как я рискую сейчас. Газета. Пара ботинок. Блин, пожалуйста, скорее. Я одну сумку не успел, кстати, проверить. Так, все-таки придется поговорить с тобой. Насчет поставок пенициллина. Вы наверняка слышали регулярно пропадающих партиях пенициллина. Народ страдает. А я тут вообще при чем? Вас ходят всякие слухи, говорят, что можете достать редкие вещи, которые их нигде не найти. Не знаю, кто вам такое наплел, это глупости. Интересно, что будет, если к вам нагрянут с обыском? Полиция должна найти некую коробку. И? Вы бы нашли коробку, которая когда был пенициллин, так? Это ваше доказательство? Пустая коробка? У вас нет никаких доказательств, убирайтесь. Так-то да. Новая улика. Рапорт. Значит, о незаконных действиях предметах можно сообщить в отношении любого лица, для этого необходимо исполнено. Если до нас принят департамент, человек, которому сообщили, будет немедленно арестован. В мире Фрэнка многие предметы являются незаконными, определяет директивы. Директивы можно читать, это я знаю. При составлении доноса вы можете выбрать конкретную директиву, сообщить ей о найденном нарушителе или... Угу. Ты молодец, что ушел, я у тебя там еще сумочку не обыскал. Погоди, чувак. Написать отчет я, конечно, могу написать отчет. А, это была не сумка, это был этот. Так, хорошо. Что у нас тут? Где пацан? Альфреду стало еще хуже. Так у меня нет пенициллина. Жаль это слышать. Достали то, о чем я спросила? Боюсь, что нет. К сожалению, мне пока не удалось достать пенициллин, госпожа Векерт. Поспешите, молю вас. Не знаю, как, сколько мой бедный малыш еще продержится. Вам приходится когда-нибудь смотреть, как ваш ребенок страдает, не имея возможности ему помочь. Поверьте, хуже в жизни нет ничего. Так, а... Я это... Пацан... Я зайти с пацаном хочу поговорить. Я понял. Черт. Так, принесите Альфреду костюм, но он спит и меня к нему не пускает. Написать отчет о незаконной деятельности Хермана. Его моментально арестуют, у меня не будет возможности собрать пенициллин. Так. Мусор опять выбросить надо. Блин, камера, успокойся, пожалуйста. Что с тобой не так? Шварт, старикан, как дела? Все, поговорили. У нас 18:45. Блин, день прошел. Здравствуйте. Получена информация, что он жалуется. Что такое? Вы кое-что прячете у себя в квартире. Я знаю, что у вас дома есть кое-что, что вы хотели скрыть. С ума сошли, заговорите, а потом здесь, где нас всем слышно? Тогда зайду к вам. Потом к вам. Ну, если без этого никак. Закончите разговор. О. Купить. Покупать... Я продал ему, теперь этот мусор стоит 200, вы серьезно, вы мусор продаете за 200? Употребляет алкоголь, это мы тоже все знаем, мы, кстати, на тебе, дружище, обогатимся. Сначала надо будет написать на тебя рапорт, а потом надо будет тебя сдать. Так, счетов у нас вроде пока что новых нету, насколько я помню.
Это нам тоже пока что делать не надо. Разбитая бутылка пахнет пивом и мусором, а еще плесенью. Очень противный мешок с мусором, из которого капает. Это что, слизь? Выбросить. Бутылку, блин... О, 100... А, 100 баксов за выброс мусора? Окей, окей, я понял, это выгодно. Сейчас тот перец вернется домой, нам надо будет с ним поговорить. Получается, у нас день заканчивается, написать отчет о незаконодельности. Принести Элизабет Веккерт пенициллин. Если мне сейчас получится его как-нибудь шантажировать, погодите. Да что ты от меня хочешь, блин? Фрэнк, я переживаю за Ким. Почему? Да, и в чем дело на этот раз? В каком смысле на этот раз? Ну, вечно... Ты вечно хочешь не что-то, что тебя не устраивает. Сейчас все иначе. Она вдруг стала такой замкнутой и вялой. Больше, чем обычно? Фрэнк, поверь, ни с кем что-то не так. У меня плохое предчувствие. Боюсь, наша дочь подсела на наркотики. Что навело тебя такие мысли? Ким? Наркотики? Сабин, ты уверена? Я читала специализированную литературу, Фрэнк. Все эти признаки налицо. Отстраненность, перепад настроения. Иногда она почти не реагирует на меня. Но я больше согласен, что это переходной возраст. Но до конца ты не уверена, так? И что же нам теперь делать? Ну, чтобы ты обыскал ее комнату, Фрэнк. Если ее поймать на горячем, кто-то другой, ее посадят. Я так не могу. Я не могу рыться в ее вещах. Если она узнает, она меня навеки возненавидит. Ты не подружка, Фрэнк. Ты ее отец, а отцы воспитывают своих детей. Нам нужно узнать, наверняка употребляет Ким наркотики. А ты все равно весь день дома, пока Ким в школе. Я посмотрю, что я могу сделать. Так. Играет на трубе. Я ему эту трубу и подарил, если что. Так, дружище, давай мы с тобой пообщаемся. У тебя дома. Блин, прикиньте, он мне сейчас угрожать начнет чем-то. Опять вы, что вам надо? Вы кое-что прячете. Интересно, что будет, если к вам нагрянут с обыском? Не найдут ли в вашей квартире, скажем, пенициллин? Ах ты, А знаешь что, есть у меня одна идея, от которой выиграют все. У тебя ведь обширные связи, так? Все жильцы тебя знают, у тебя есть повод поговорить с любым из них. А мне иногда вводятся пенициллин, антибиотики в стране в дефиците. Может, найдешь мне покупателя? Да. Заманчиво. Так и правда окажется выигрыше. Именно, вижу, мы друг друга поняли. Да, мы друг друга поняли. К соседке быстро. Альфреду стало хуже. Жаль, достали. Пенициллин, в смысле? А я же его не купил. Не волнуйтесь, госпожа, я достал целый пузырек пенициллина для вашего сына. Господи, Шварц, как это чудесно. Не будь я замужем, я бы вас расцеловала. Сколько я вам должна? Уф. Мужа арестовали, двое детей. Я не знаю, сколько у меня сейчас денег. Я хочу нажать «забирайте так». Но я понимаю, что деньги в этой игре очень важны. 1400, я скажу 700. Это не то, что я хочу сказать, я бы на самом деле отдал бы так. Но, во-первых, я не могу проверить, сколько у меня сейчас денег и купил ли я этот пенициллин. С другой стороны, и, короче, скажу 700. Мне пришлось купить пенициллин за свои деньги, так что с вас 700. Справедливо. Спасибо, господин Шварц, спасибо вам большое. Огромное вам спасибо, я никогда не забуду вашей доброты. Побегу скорее к Альфреду. Я просто не знаю, реально ли я купил его за свои деньги. Ну, вроде нет, вроде мне денег прибавилось. А с другой стороны... Отчет о незаконной деятельности. Но мне все равно придется сдать этого чела, потому что это мое задание. Да ну блин, вот это меня... Где я? Это меня очень сильно путает. Ладно, у нас сейчас ночь.
Я могу камеры и у себя устанавливать, если что, кстати. Раз уж на то пошло. Так, шантаж. А вот тут мне уже нужно выбрать, кого шантажировать. Нет, погодите. Во-первых, досье. А, это я уже отправил. Во-первых, досье. Досье нужно отправлять на всех. Смотрите, 800 за такое шикарное, цветастое, красивое досье на этого чувака. Это я уже отправлял. Это я уже отправлял. На тебя ничего нового так и не накапывал. Ты у нас вроде как пока что... Я могу сдать собственного сына, что он играет на трубе, да? $150, между прочим, за игру на трубе. Сам подарил, сам сдал. Нормально. Так, о, погоди, у нас тут барыга. Стой, барыга. Что? Кусты? Какого фига? Он уходить собрался, что продаете? Так, во-первых, раз, два, три. Черт. Четыре. Я бы, наверное, сделал бы вот так. Хотя бы, чтобы один паспорт у меня был. Может, потихонечку буду выкупать паспорта. И все. Хорошо. Скупились. Отдать Магнусу его долю. А, я могу его просто сдать. Я могу... Давайте я его попробую пошантажировать все-таки. Мне обязательно написать отчет о незаконной деятельности. Донос. На тебя, дружище, да? Вот за вот это? А, дайте, я понял, я ему должен буду все равно заплатить. Ну, до свидания тогда, дружище. Форма отклонена, нарушение предписания. Так, погоди, это у нас... Давайте посмотрим, что у нас с предписаниями. Заплатить 160. О лекарствах. Директива 6025, 6-84. 6025. Я думаю, это вот это. Из-за оптимизированного результата хранение и использование пенициллина временно запрещено. До свидания. Продолжить. Вы написали заявление о человеке, приложив доказательства. Вскоре прибудет полиция, арестует человека, которому поступило сообщение. Арестованные лица лишатся своей квартиры, вы не сможете с ними поговорить. Я это понимаю, я как раз и не хочу с ним разговаривать. Штраф за неверное заполнение! Твари! Короче, нужно быть внимательным. Ну все, зачем приехали, да? О, в этот раз не дубинками, в этот раз шокерами выгоняют. Полико. А, я могу на флагштоке повесить, кстати. О. О, ничего. Так, хорошо, пацан. А вы сейчас... Пацан, иди сюда, мне тебе форму надо отдать. Ку-ку, дядь Шварц. Да, привет. Насчет костюма.
Вот и полицейский костюм. Альфред вытащил из мусорки. Спасибо, 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 огромное спасибо, дядя Шварц. Твоей сестре очень не нравится эта форма. Смотри, чтобы она у тебя ее не отобрала. Опять. Я буду охранять, дядя Шварц. Спасибо большущее. Чем занимаешься? Играю. Ну как, во что хочешь играть? Это секрет, дядя Шварц. Ух ты. Но мне ты можешь сказать? Нет, дядя Шварц, ты мне тогда придется вас убить, как на границе. А, ясно. Тогда и правда лучше не рассказывай. Что новенького? Дядя Шварц, вы знали, что если написать на бумаге уксусом, получится вроде как невидимые чернила? Да, кстати. Правда? Не узнал. Представляете, если потом нагреть бумагу в духовке, можно прочесть, что на ней написано. Только никому не говори, дядя Шварц, это секрет спецагентов. Не волнуйся, никому не скажу. Пацан знает интересные вещи. Враги государства. Так, я хочу сделать кое-что интересное сейчас. И, скорее всего... Блин, она что, обратно идет, что ли? Нет, ну зачем? Ну вот... Не, ну ты тварь или где? Блин, я тебе собирался камеры ставить. Хорошо, тогда сохранить игру, пожалуйста. Сохранено, спасибо. На этом будем заканчивать. Вот этим вот одиноким взглядом. Продолжим в следующий раз уже... Блин, надо будет теперь с кем разбираться. Продолжим в следующий раз уже с этого момента. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодшек и всем покеда.